Билет номер 16. Вопрос номер один. При какой остаточной высоте почвы зацепов рисунка протектора шин ведущих колес самоходной машины запрещена ее эксплуатация? Не менее 5. В каком случае самоходная машина не допускается к эксплуатации? Не допускается во всех случаях. Не допускается в случаях указанных. При отсутствии каких средств допускается эксплуатация самоходной машины? Вот. На самоходной машине не работает механизм регулировки положение сидений. Водитель. Эксплуатация такой машины запрещена. Разрешается ли находиться на подножке самоходной машины во время ее движения? Запрещена. Не работает в установленном режиме стеклоочистители. В этом случае эксплуатация самоходной машины запрещена. Какие световые приборы из указанных на рисунке допустимо не устанавливать на самоходную машину? Необходимо устанавливать все приборы. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему с обморожением. Чай, кофе, молоко.